Снова здравствуйте, друзья. С вами Валерий. И у нас огромная посылка с Китая. В последнее время я не показываю, что я там выписываю из Китая. Но это особенная посылка. Она предназначена для Сергея Ветрова. То есть это посылка Сергея. Ну, только я ее выписывал у китайцев. В данный момент эта посылка пришла. В данный момент Сергей едет ко мне. Тем временем у вас есть время написать в комментарии, что здесь может быть по вашему усмотрению. Ну, а приедет Сергей, мы ее распечатаем и проверим. В общем, кому интересно, смотрим. Поехали. Так, ну что, друзья, торжественный момент. Сергей в гостях, посылка его. Видишь, как я готовлю. Здесь, да. Зачем крыжить? Так, ребята, значит, здесь... Наверное, кто-то уже догадался. Да. Коробка вот такая, с Китая пришедшая. Да вряд ли кто догадался. Думает, что контроллер, ветрогенератор. Что там еще было, что-то подумать. Вот здесь ни то, ни другое. Здесь у нас, так как я увлекаюсь историческим поиском, и он уже у меня не один, то, что здесь лежит, есть металлоискатель у нас. Здесь металлоискатель, но коробка вся гремит, звенит. Посмотрим, что китайчик бы нам говорил. Это младшая модель танка Т-90. Да. Называется Т-90 металлоискатель. Это с новых моделей. Ну-ка, ну-ка. Хорошо бубнит. Обогнал. Т-90. Честно сказать, позарился на название. Gold Hunter Т-90. Как танк. Т-90. И? Ну и что мы здесь имеем? Значит, у нас есть блок. И он как раз вот, смотри, блок весь болтается. Некрасиво закрепили. Ну, вроде бы целый. Ну, на вид, во всяком случае. Да, на вид целый. Ну, сейчас посмотрим. Вообще-то он должен быть водонепроницаемым. Как это? Или все, что он сломает? Ну, а что я скажу? А штанга а-ля Деус. А-ля Деус. Есть такой металлоискатель Деус. Алюминий. Дуська. Это тут пластик. Это пластик будет по-любому. А ну, там вроде катушки. Или же углеволокно, или пластик. Что-то такое, потому что не гнет. Ну, профилем сделано такое, довольно жесткое. Видишь? Да. Не болтает. Не кругло, по крайней мере. Так, ладно, это мы на место. Тут еще какая-то линеечка, ну это насколько выдвигать. А, стоп, подставить так. Вот, даже есть инструкция, кстати, да, толстая. Есть. Инструкцию скачивать. Здесь все понятно на этом, на английском языке все. Ну, есть. По длине, на меня хватает по длине полосток. А если на более высокую, раз, посмотрите, раз, резиночки, раз. И так оп. Далее, оп. Там блок. Ага, здесь батареечки. А, вот это еще. Она еще привязана. Да, вот. Может, вот тут. Ну, стой, вот тут. Вот здесь. Вот так. Все закрепили, кроме блока. Вот китайцы. То же самое такое электроникой напичканное. То они и не закрепили. Возьмет. Мягкий щелочек. Классный, силиконовый какой-то. Ну, я думаю, что за 250 американских енотов должен же быть какой-то шнурочек мягкий. Как для китайцев, это очень довольно таки канала. Катушечка. Катушечка у нас с защитой. Очень классно сделано. Что это будет такие? Сломаем на раз. Подумай, что. Это да. 250 енотов. Ну, заливка вроде бы красиво сделана. Ну, довольно-таки. И тоже должно быть водонепроницаемое. Как пишет Мао Цзэдун, то до 6 метров погружения. Ну,
в воду можно погружать. Ролика. Дракон не дракон, месяц не месяц. Так, ладно, да. Давай-ка мы попробуем. Давай соберем, да. Собрать это все. А ну да, я подержу, насколько она. Да легкий, блин, легко. Писец. Пух, писец вообще легкий. Ну вообще килограмм практически по весу. Ну да. Кило 200 там, по-моему. А он даже удобно. Паш пидигнута, что рука даже да. Без ремешка свободна. Легенько, что она? Потом разберемся. Вот инструкцию никто не читает. Как всегда у нас. А надо читать. Нет. Нехренаска это уже была после распада Советского Союза. Сначала была авоська, а потом нехренаска. Смотри, как этот сделан, эти что вытягиваются. Так, все, сейчас я там сам. Это ты там вытащишь. Да, это все вытаскивается, там резиночка уплотнительная. Да, я что-то попробовал. Ну, сделано классно. И замотать. Так, катушка у нас так, значит, на эту сторону. Правильно. Там должны давать еще один хомут. Нет. Так, значит, вот это у нас должно фиксироваться каким-то образом вот так вот здесь. А, то это болтик закручивается сюда, вот этот. Так, это включаем, чтобы не потерять. А, тут можно, видишь, как там можно напрямую шнурочком. Можно, это зарядка. Это прикольные такие кнопочки. Электроника. Кстати, прикольные эти наушники так сделаны. Блин, классно. Она вот так и была. Так я понимаю, а крышечка была? Да, да, крышечка. И от этой всей стороны, это с этой стороны. Вот так. Сейчас. Вот так. Ну да. Что-то получилось. Ага. Что-то первый получилось. Первый тык. Да, получается вот эти вот. Ох ты, заработала. Да ты что? А давай посмотрим, что там. О. Опа. Даже что-то работает. Так, сейчас проверим глюк, если есть или нет. Нет, тут катушка правильно. А вот там я смотрел по ютубу, что... Тадык-тадык? Да, двойной звук. Тадык-тадык, тадык-тадык, вот такой вот. Ну это близко, близко так и будет. А вот чуть дальше будет нормально. Сейчас вот эта чайка. Сейчас загоним полностью ее. А что у нас тут есть? Серебряшка якась есть? Наверное, вот это чайка. Монетка да серебряная есть. Фоновый порог. Все. Да, фоновый. Вот серебро. Заработал. Есть серебро, оно как серебро. Сейчас это уберем. Ух, ой, звук это даже. Приятный, 46, видишь? Вот это. Ну только чуйку надо добавлять, вроде ну, бы. Это я не чуйку добавил. Это что-то другое. Мало, ты бачишь? Да, это я что-то другое добавил. Сейчас мы просто надо. Оно золото. Оно золото. Это я. А там сколько? 20. Золото 20. Ну, на квесте тоже точно так же 20 показывают. Вот. Ну что расстояние? Ну так это же надо понять, где чуйка тут. Она навали. Я пока не буду ничего тут. Вот, это, о, вот эта чуйка, наверное. О. Это чайка, да. Это серебро. Сколько там? Так и 46? 30. Сейчас 30. Ну конкретно. Ближе, ну. Ух, да, оно. Четко 30. Ну. Деньги медные. Так. А сколько? По ВДИшке 42. 42. Ну, нормально, нормально все показывает. Тут до 46 по-моему. Дальше. Ну, сантиметров 30. Ну, монета это небольшая. А ну вот еще другая медяшка. Чуть побольше. 2 копейки, по-моему. Не, ну это что-то не знаю. 2 копейки капуста. Кто не знает, что это такое.
Да нет, это 3 копейки Александр. О, у тебя больше бьет. Ну там дело в том, что чем резче взмах, тем глубже будет. А ну хорошо. А, и все бьет. 20 лей. Я не знаю. Она что-то там. Она ближе, ближе. Не-не-не, это на фонарь. Проводки все. Это что-то с чего она сделала? Она не знает. Так, она черная. А я ее сейчас уберу, буду черную показывать. Сейчас минуточку. Как-то давай, она... давай. Она... Нет, не берет ее. Глянь. Чего она? А что она сделала? Не знаю. Она берет, что? 12 я... Да, ладно, дальше. А сейчас что там? Что она показывает? Вот ну, Виндера чуть-чуть коновала, но да. Сегодня разговаривали на все, что она попали. 1350 вес. Кило 350. Ну это с батарейками. Для всех поисковиков, кто захочет. А китайцы заявляют 1250. Ну батарейки. Да, батарейка, да. Ну, в принципе, если без батареек не ходишь. Решили проверить, как работает металлоискатель при поиске клада. Вот здесь вот реально, собственно говоря, клад. Маленький клад. Маленький клад юбилейных монет. Показываем. Сейчас как так его раскрыть. Опа, Валера, я нашел, делимся пополам. Опа. А ты как там находишь? Все, совместно нашли, все пополам. Опа. Здесь, ребята, нет только 3 рубля и нет 5 рублей. Ну, они там есть, только именно вот этих нету. Ну, это полная сборка всех юбилейных монет Советского Союза. Ну, здесь еще нет 20, 15 и 10 копеек. А все остальные, в общем, все, какие были рубли, это все, и какие 3 рубля, вот такая огромная 5 рублей, вот это все 5 рублей, это все есть. Опа. Так они включены или нет? Знаю. Сергей отыскал, как включаются наушники. Ну все методом тыка, как всегда. О, пика что-то. Ой. Есть? О, я слышу, да, есть. О, хорошо. Я слышу. Опа, слышно в наушниках, беспроводные. Крутизна, однако. Каким-то образом нам надо... Кот, звуки какие-то, да, непонятные. Ой. Котейка. Куда? Кот проверяет. Проверяю. Все, кот укомплектовался. Кот, ну ты молодец, однако. Я понимаешь, тут ты коробочки любишь. Коробочки, кулечки. Дорвалет. Катусяк, давай, вылази. Выходи. Давай. Провод для зарядки есть? Да. Кися. Так, а тут у нас приезжаешь. Кисюч, все, выходи. Давай. Тяжелый такой. Кися. Персюша. Ну я понимаю, что тебе коробочек понравился, а он из Китая. Давай. Кися. Кися. Это мы накопаем. Другой металлоискатель. И пойдем. У меня еще третий есть. Люди. И пойдем вот так вот, две руки. Накопаем, нароем всего. А вообще-то это отдых, ребята. Я не знаю, как кто. Я лично вот отдыхаю. По лесу находишься. Спорт и отдых. Чистый воздух. Ну, для одних копалка, для других рыбалка. Копалка, я имею в виду, поиск. Да. Ребята, в общем, вышли на полигон. И здесь у меня чего только нету. И магниты, и провод. И я здесь, кстати, вот в этом месте как раз монетку нашел. Тут аж все. Ты бас! А ну домой! Ах, раздолье. Да, тут сколько всякого. Домой, давай.
А там может и магнитик будет. Вот давай, я сейчас. Ладно, сейчас телефон, дорогой еще. Ну, чуть-чуть сбрись. Ну, ладно. Вот тут, это центр. Сейчас. Да, друзья, землю не вдолбать. Так что, покуда что просто. Вас видит зубы. Да, 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 да. Как-то так. Ну тут я когда своим вышел, самодельным, я осколков, наверное, килограмм 3 нарыл. И алюминий, проволока, и гвозди кованые. Тут здесь, да, здесь чего только нету. Вот это что-то поймал. Сигнал верхний. Да, взять. Проволочка. А, Сергей уже нашел. Ура! Вот такой гвоздик. Или проволочка. Да. Причем люминтий. Есть первая находка. Реальная. Ну тут еще разбираться с настройками надо, это так. Вот такую красоту Сергей себе приобрел. Будем ждать от него интересных находок. Ну что, друзья, посылка на месте, вручена Сергею. Да, я думаю, Сергей рад. Ждем Валер, от него Валер, классных Валер, находок. Спасибо большое. Как бы ты там больше переживал за вот это все, чем я. Я помню, как бы заказывали у тебя его, а ты говорил, сейчас я кнопочку нажму, значит, деньги ушли. Говорю, ну, а если не вернутся? Говорю, ну не вернутся, так не вернутся. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Значит, пришел такой вот мне приборчик, благодаря Валере. Ну, попробуем. Внешне, как бы, довольно неплохо. А там, друзья, вообще увлекайтесь. Увлекайтесь не литроболом, да, и не бобслеем. Ну, бобслеем тоже можно, но не чересчур. А вот рыбалкой, охотой, копалкой. Проборным поиском я имею в виду. Ведите здоровый образ жизни, и все будет окей. До свидания. Так, всем удачи, всем пока и до новых видео, друзья. Все, всем пока.